Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, все, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит еще одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас еще то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра! Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с мода Пиксельмон, и добро пожаловать в наш пятый сезон в 42-ю серию, да. В этой серии я и забыл, что мы себе сделали алмазенькие крылья, поэтому круто. Эти крылья, значит, мы уже можем просто нафиг выложить в наши сундучки. Плюс к тому, ребята, нам еще осталось, ну, 248 убийств для того, чтобы наш орб уже был по максимуму заполнен. И для того, чтобы мы уже смогли, ну, что-то делать в том смысле, чтобы мы смогли пойти заспавнить себе уже, наконец-то, Молтреса. Да, но перед этим, знаете, что я еще хочу себе сделать? Раз у нас есть алмазики, а почему бы нафиг не сделать себе нормальные инструменты, чтобы не ходить, как не знаю, кто с обычными. То есть железными, да. Железный уже обычный для меня зажрался, да? Так, ладно. То, что фиговенько, что у нас кончились левел-боллы. Поэтому левел-боллы, ребята, как-никак в скором времени, мне кажется, нужно будет делать. Даскбол у нас еще есть 6 штук, но... По сути... Левел-боллы нам бы пригодились, потому что у нас свамперт 71 уровень, и это очень круто, но... Ладно, потом что-то придумаем. Что мы больше... Нет, больше мы ничего не можем выложить, давайте это сюда. Замечательно. Новых людей у меня вроде... Ну, то есть уже блокнот дальше продолжает заполняться, да, там много людей, но я в этой серии не буду всех добавлять. Я добавлю некоторых, некоторых добавлю, некоторых оставлю и потом добавлю. А что нам нужно вообще для этой комнаты? Нам бы вот эти глины делать, да, с которых делается вот это все. Мне как-то говорили, как они делаются, то есть вроде там с песка, с земли и разные красители. Это круто, и это можно будет потом попробовать. А как еще делается? Сейчас, ребята. Ой, нет, вот так, да? 1, 6. Ага. Ну, этого, конечно, не хватит, то есть потом и так нам нужно еще будет больше. Потому что, например, вот тут у нас начинается, да... И все, тут у нас кончается. Еще нужно офигеть как много. То есть, мало того, что нам нужна еще обычная шерсть, марипы есть, марип, то нам нужно еще пойти в океан и поубивать тентакулов для того, чтобы покрасить себе потом шерсть, да. Так, что нам нужно делать? Кого мы будем прокачивать? Ребята, нашему Салу еще осталось... 2 уровня, поэтому мы его прокачаем и сразу же, наверное, отложим в компьютер. А Хундума мы прокачаем, ну, давайте к 35-му и потом его сразу отложим тоже. Так, ладно, хотел пойти другой сделать, но давайте. Ну, нужно сейчас просто повторять. Эдисон, не забудь пойти и взять себе шапочку для того, чтобы прокачать уже наконец-то Голбата. Сколько у него там вообще счастья? Нам нужно 220. Ух, тут музей уже прям нафиг... Балдеть с этих всех лагов. Так, и вот это куда-то сюда, это куда-то сюда. Это куда-то сюда. Что там еще у нас забитое есть? Л, ну допустим, я не... Нет, ну допустим. Отлично. Басяндрик, не пропадай, пожалуйста. Не пропадай. Замечательно. Фу. О, сам взорвался, меньше работы. И наконец-то Сало эволюционирует на 44 уровне. Вайлмера вроде. Что по поводу еды? Уже многие люди прям достали, знаете. То есть говорят, Эдисон, пожалуйста, там, ну, я себе пожалуйста. Иди просто там сделай, наконец-то, уже себе ресторан там за 2 минуты или еще что-то. И начинаю уже делать серии о еде. Ребят, для того, чтобы начинать делать серии о еде, мне нужно построить тут ресторан. Но у меня, к сожалению, в данный момент очень много времени нету, чтобы это сделать. Поэтому ресторан я буду строить в дальнейшем. Так, а где вот эти ножницы? Ага, вот. И плюс к тому, я его буду строить, но чуть-чуть позже. Как только я построю ресторан, то все, ребята. То есть, вот тогда мы уже сможем сделать серию о еде. И вот, в принципе, тогда я уже и начну их делать. И мы будем себе делать и гамбургеры, и чизбургеры, и что там еще есть. Пиццы, тортики, и, в принципе, вот это все. Но для этого действительно нужно сделать ресторан, чтобы, знаете, как можно сказать...
Чтобы была подходящая обстановка для того, чтобы делать еду. Мне кажется, в принципе, даже это будет круче, чем просто сейчас пойти домой, да, и начать уже делать еду. Но для этого нужно, ребят, тоже свое время, то есть потерпите немного, и потом мы, в принципе, сделаем. Мне бы хотелось еще найти Flower Forest, то есть там, где спавнится Селби, потому что я Селби очень, очень хочу, прям... Не скажу, что он мой что это моя любимая легенда, но, в принципе, он мне очень нравится, если честно. Вот эти алмазные крылья вообще чудо, если честно. Так, потому что они очень быстрые. То есть вот, пух-пух-пух-пух, и все, и взлетели. А, ребята, не забывайте, что... плюс к тому, что мы просто сейчас убиваем марипов, то не забывайте то, что с них, с их помощью, нам еще качается орб. Чем больше марипов мы убьем, тем быстрее мы прокачаем орб. Не, нет, не убегай, марипушка, не убегай. Тем менее мы еще и не только орб качаем, а плюс к тому мы еще и шерсть добываем. Фу, замечательно, замечательно, замечательно. Сколько? 41 шерсть, в принципе, на какое-то время хватит. Это можно нафиг выкинуть, это тоже, это тоже, это тоже, это тоже. И, в принципе, нормально. Это, в принципе, вот так, сейчас еще вот это, и вот это, и вот это выкинем. Фу, ну что, ну что, ну что, ну что, ну что. Мелтанки нам не нужны. Нам нужно, что точно, я вспомнил, что нам нужно. Сейчас бульбасаур. На всякий случай. Нам нужно, знаете что? Поубивать покемонов, с которых выпадает нить. Чтобы потом себе сделать самый большой бэкпак. Потому что этот, в принципе, средненький, то есть самый обычный, и в нем много места нет. А нам нужно, чтобы было много места. Потому что уже даже вот это не остается. Ух, какой мостик. Нет, сдалека он действительно такой красивый, в принципе, кажется. Паниты, 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 панитушки, панитушки. Ну попади ты, Свамперт. Так, нифига себе, еще и... О, это круто, то есть может потом где-то себе сделаем камин, да. Если не сожгу опять свой дом, так как я его случайно сжег, когда делал в рубрику «Как построить дом». Нафиг сжег его, да и все. Сколько там? 235. А сначала было, ну, чуть-чуть меньше, да. Так, вылечим. Шерсть у нас есть, но нужно пойти в море поубивать тентакулов. Что мы, наверное, в данный момент и сделаем, потому что, в принципе, заняться больше нечем. И плюс к тому нам нужно еще красители. Так, чай, я еще просто посмотрю. 1.346, 1.3, 1.35. Так, нормально, нормально, нормально. Ну, смотрите, ребят, вот это уже вырастает, то есть замечательно. Потом мне еще тут где-то таких же штук 10 нужно сделать, вот таких еще плантаций, потому что кто смотрел в предыдущих сериях, мы себе столько там нафиг всяких вот этих навыбывали, нафиг. Лимонов, то есть там еще какие-то грейпфруты, драгонфруты, но это я уже посадил. В саванне, в принципе, мы много всяких овощей, то есть, точнее, фруктов повыбивали, и это можно все будет потом посадить. Но сначала, давайте, может, сюда минус 1000, минус, ой, минус 1080, сколько там было? Минус 1080, минус 1000, ага, 9, ну, вот так, допустим. Потому что, в принципе, тут может быть бульбасавр, да? И плюс к тому, нам еще нужно поискать... Нам нужно поискать... Flower Forest, да? Ну, в принципе, его тут не будет, я в курсе. Но может по пути где-то нам встретиться. Бульбасавр, вроде правильно написал. Наверное, мы еще потопаем. Опа, Черезардушка, привет. Его мы убивать не будем, это же наш старый друг, да? Там что, еще один? Ух, это крылья, это вообще чудо. Че сегодня какой-то нафиг нашествие черезардов? А хотя давайте, вот этого давайте. Это наглый, он убил рулета. Ребят, кто знает рулета, нельзя точнее убивать, это же святой рулет. Рулетик. Опа, это случайно не Flower? Это случайно Flower Forest. Все, ребята, ждем Селби. Какая нахрен охота, если мы сейчас Селби будем дожидаться? Так, ща я просто тут... Классные тут вообще пейзажи. О, нихрена! Посмотрите, ребят, на это. Ну разве не классно вот так? Очень круто. Flower Forest.
Ребята, меня задолбали уже те, кто пишут: Эдисон, взлети на 500, на 500 блоков вверх и просто дождись, пока тебе заспавнится легендарный покемон. Идите в пень, кто это пишет, нахрен. Я понимаю, вы хотите помочь, но, ребята, во-первых, это в жопу читерно, так что... Самый прикол, знаете, когда я что-то делаю без съемки, да, там добуду 3-4 угля, то мне пишут... Эдисон, вот ты конченый читер, ты добыл 4 угля и не показал, как ты это сделал. Ты, наверное, все-таки с гейм-мода их взял. То есть тогда меня нахрен читером обвиняют. А то, чтобы я взлетел на 500 блоков вверх и через генерацию покемонов не заспавнилась какая-то легенда, то это я не читер, это прям стопудняк и все правильно, я не читер, это так должно быть. То есть, да? Через баг заспавнить легендарного покемона, это нормально, то есть это все так делают. А взять и пойти добыть 5 угля без съемки, меня уже называют читером. Вот таких чукчи просто понять нельзя, если честно. Это во-первых. А во-вторых, эту хрень уже пофиксили. Ее уже пофиксили, она уже не работает, поэтому хватит вот это нахрен писать. Я просто буду в пень посылать тех, кто это пишет, потому что это уже просто достало. Вы себе не представляете как. Все. Убрали, не работает. Я даже взлечу на какую-то высоту, если смогу. В принципе, вряд ли, потому что летающих у нас нету в данный момент. Да, крылья не бесконечные. Но все же, это нафиг не работает. Все, кто это скажет? Ребята, если вы видите кого-то в комментариях, кто пишет: Эдисон, взлети на большую высоту и заспавни легендарного покемона через баг. От моего имени прям ему пишите: иди нафиг в пень. И под этим комментарием пишите: PS от Эдисона. Только буду благодарен за это, потому что это действительно так. Потому что это уже заколебало, если честно. Фух, босса я вижу. А Шайни? Шайни я не вижу. А кого мы прокатим? Да, мы... Ой. Ох, вот эту хрень я ненавижу. Когда... Куда тебе нафиг кидать нужно? Вот. Ух, 111 уровень. Вот как это нафиг нужно. Лучше бы ты нам жопастик дал, конечно. Экспешер, я бы нафиг был тебе благодарен, а не вот эту хренотень. Ох, я понимаю, ты хочешь помочь, но иди ты в жопу с таким дропом. А где ты? Вот, я тебя заметил, ха-ха-ха. Ух, ну, 38 уровень. Ща попробуем, нафиг. Ща мы тебя захреначим, чувак. Опа, я уже боюсь. Это, конечно, рискованный Волдрейн. Уже не сало, к сожалению. Это уже не сало, это уже Волдрейн. Но я думаю, ты не будешь выкобыливаться и просто залезешь в Даскбол. Ты же крут, ты же прям нигер, ты вообще-то бро. А нет, не нигер, ты жопа жуй. Так, ладно. Больше я его бить не хочу, потому что фиг мы его словим. Точнее, фиг мы его словим, потому что убьем мы его нахрен, если еще раз ударим. Залезай, чувак! Быстро! Опа, вот. Как его говорить нужно. Ну, тут мы, в принципе, все сделали. Плюс... Я опять забыл, ребят. Я извиняюсь, но это же я. Я же опять забыл. Кто меня знает, вы же знаете. Это же я. Я опять забыл. Я уже 35-ю серию хочу взять шапку на Голбат. Но это же Эдисон всегда забывает. Ну да ладно. Где вот эта шапка? Нужно еще ее найти. Хм. Вот, замечательно. И вот так, в принципе, ее даже откладывать нафиг не нужно, потому что можно просто положить ее в бэкпак, потом и так она нам пригодится еще, ну, покемоны есть такие, которые прокачиваются с помощью счастья. Так, ну что, Волрейна, ребят, мы прокачали, вот смотрите, он 45-й уровень, замечательно. Его мы откладываем, и давайте вместо его нафиг возьмем... Опа, вот кого, Марила, потому что, в принципе, мы взяли водного, айс там, и взяли другого, то есть на его место, да, водного, водяного, почему водного, водяной, замечательно. Я, наверное, не буду сейчас идти ночью, точнее спать, потому что я хочу ночью идти пойти словить Лугию. А чё, не верите, что я сейчас ловлю Лугию? Ну,
Ща я хочу видеть, как у вас глаза нахрен на пол выкатятся, когда я ща тпхнусь и через секунду заспавнится Лугия. Не верите? Смотрите. Ну прям вот смотрите. Я даже ее не буду упрашивать, потому что я знаю, через несколько минут она просто-напросто заспавнится. Не верите? Ну ща посмотрите. Так, ладно. А пока Лугия думает, спавнится или нет, мы немного прокачаем наших покемонов. Следующего мы будем прокачивать Bubble Beam. Вот. Следующего мы будем прокачивать Голбата. Я так решил. Это мое решение. Нет, Хундум, ты нам не нужен. Ты уже не Гондурасик, ты уже Хундум. Ты был Гондурасом в предыдущей своей эволюции. Так, ну чё, Лугия, да? Ребят, ну не верь. Ну вы не верьте. Вы что думаете, я вам вру нафиг? Вы думаете, я вам вру, что Лугия ща не заспавнится? Я смеюсь вам в лицо, сейчас она заспавнится. Кто не верит? Ну что думаете, я балабол, я вру или что? Ща это просто, знаете, мы ее на слабо берем, то есть Лугия, ха-ха-ха, ты никак не заспавнишься, потому что тебе слабо, тебе прям жмет там твой задний отход. И хрен ты заспавнишься. А нет, заспавнишься. А ну что, слабо тебе заспавнится, Лугия, а ну, слабо? Жим-жим. Я не знаю, может реально слабо, может какие-то стрёмные такие луги, которые прям жмёт у них, и они просто не хотят спавниться. Или просто, знаете, выпендриваются. То есть нет, мы тебе не заспавимся на зло. Это крабик. Кранберри. Чего? Кранберри и сивид. Сиавид, ну в принципе, я понял. Вид. Вид — это же вроде шмаль, что-то в этом роде, то есть you smoke weed, что-то в этом роде, но ладно, сиавид — это типа морская. Короче, ребят, мы нашли морскую шмаль, можно и так сказать. Потому что я знаю, еще и песня, да, есть какая-то, I smoke weed every day, что такое, или... Я не помню, ребят, то есть, ну, есть такая песня, но я не помню. Поэтому вид этот... Ребят, мы, короче, нашли океанскую шмаль, нахрен, что мы... А что с нее можно сделать, мне просто интересно. Калифорния ролл, гарден суп, миксед салат. Ты еще издевайте, дайте нам шмаль курнуть. Хоть я ее и не курю в жизни, это не ко мне, но все же. Сиавид сид. Опа, мы даже... Ребята, мы сможем шмаль выращивать. Я надеюсь. Так, заманался я там бегать, летать. Давайте уже быстренько на этот остров тпхнемся. Чё-то Лугия очкует просто. Прям зажало у нее полностью там. Ладно. Тогда, Голбатишка, тебе бы прокачать было бы офигенно. Как раз на вот этом 38-м. А хотя... А, ну сам ты напал или что? Нет, Манферно! А, не выжил, нифига себе. Так, ну, это замечательно. Мы в этой серии еще и... Еще Шайни словили. Кланга, да? Так, быстренько замочим вот этого. Я уже даже не знаю, вот это, наверное... Там еще босс, но... Ты что, издеваешься нафиг? Диглет даже уже в океане спавнится. То есть не Мэджикарп нафиг, не Тентакул, не Гулдина, нет. Даже в океане где-то в пещере будет спавниться босс Диглет, а не кто-то другой. Ну, это же Диглет, что с него взять? Так, Ашавот, я хочу Ашавота, но мы же... Сквиртл есть, но Ашавота нету. Хотя, в принципе, Ашавот вроде днем спавнится. А знаете что? В жопу эту Лугию, большую и глубокую, мы идем выспимся и пойдем словим Кёгра. Не верите, что мы сейчас словим Кёгра? Я смеюсь вам в лицо. Ща, только нужно поспать, Кёгр выйдет, а мы его с подтишка с под угла хренакс в мастер или парк бол. И Кёгр наш. Ещё бы вот этого босса убить, если... И сиди ты в жопу, а. Так, ладно. Опа. Кёгр, выходи. Выходи, подлый трус. Я знаю, ты где-то тут сидишь и просто... Лохнесское чудовище на дне океана и ржёшь там, да, что я сюда пришел тебя ловить. А сам хрен вылезешь. Ну, ща мы тебе, может, морскую шмаль выкинем, может, ты вылезешь. Голбат. Ща посмотрим, сколько у тебя уже счастья. Так, замечательно. Ну что, ребят, кидаем ему морскую шмаль.
Держи, Кёгр. Где ты? Сивид. Держи морскую шмаль. Кёгр, выходи, выходи. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чем этот дождь нафиг вызови меня, не Кёгра. Как меня запарили эти легенды. Аша, ух, я там знаю одного чувака, Сава. Извиняюсь, я забыл твое имя, вроде The Powerful или Джефф, вроде. Он меня уже столько просил словить Ашавота. Держи, этот подарочек тебе. Этого Ашавота, поимку его и посвящаю тебе. Только этот Ашавот жопастый какой-то, не хочет залазить. Но все равно, эту поимку я посвящаю тебе, чувак. Сава и Ашавота, потому что уже много раз он меня просил. Вот ж... ты... даже бить его страшно, в принципе. Как страшно, мы его раз ударим, он умрет, это 100%. Хренакс? В ультра... Я не знаю, может способы какой-то найти, чтобы словить Ашавота. Ашавот, ты в курсе, что это, если ты еще не залазишь, я просто нахрен звоню твоей маме, она приходит с ремнем. Я на тебя жалуюсь, что ты такой жопошник, не залазишь ко мне в бол. Потом еще отца твоего вызову, будете там в углу стоять и фигачить тебя ремнем за такого непослушного мальчика. Во, вот как нужно Ашавота ловить. Ребят, записывайте, то есть я уже еще чуть-чуть, еще парочку покемонов мы словим, я уже могу книгу свою писать. Как ловить покемонов? Советы Эдисона, да? Так, ну что, Кёгр, мы же тебе кинули морскую шмаль, ты что не вылазишь? Давай, давай. Так, кого мы словили в этой серии? Шайни Кланга, Ашавота. Опа, сейчас еще там Мэджикарп, Мэджикарп. Ща мы его. Опа. Так, ща. Черешбол. Лучше бы ты нам мастербол дал, а не черешбол. Дай я тебе на башку. Дай я тебе на башку стану, чтобы взлететь. Вот паскуда. Не работает. Мудачина. Ты не знаешь, знаете, когда кончается вот эти 46 штук, что можно взлететь, встаешь на башку. Фосил, я видел. Ты не спрячешься. Нет, не спрячешься, потому что у нас есть факелы. Да падай ты нахрен уже, а то сейчас захлебнемся. Я не хочу умирать. Фу, не умрем, не переживайте, ребят. Опа, а где фосил, я его потерял, ага. Так, опа. Новый фосил, ребята, это замечательно, новые фосилы всегда круто. Еще мы его заберем, если место, конечно, будет. Да не нужен, вот. Замечательно, так, давайте еще. И полетели. Может еще фосил будет, смотрите. Вряд ли, но все. Но все же. Тентакул. Во, вот это зараза, вот тут-то. Я тебя вижу, ты не скроешься. А может и скроешься, потому что... А нет, вижу. Опа. Да твою... Старли! Дайвбол. Ну мы же не зря делали дайвбол. Старли, будь нахрен человеком или что ты там, звезда морская. Пожалуйста. Опа. Ребят, эта серия, походу, будет называться какая-то, знаете, водная охота, потому что мы словили Ашавота, мы словили Старли. Конечно, жопошник Кёгр и Лугия не вылезли, но все же. Конечно, мы еще словили Шайни Кланга, но мы его словили только потому, что он Шайни. А что я хотел? Вот что я хотел выкинуть. Опа. Замечательно. Залагало. Так. А что, с этих не выпадает нафиг? Или просто... А, нет. Просто... Нет! Просто не с каждого выпадает. Вы мне дадите кинуть? Вот. Просто не с каждого выпадает. Нет! Не хочу умирать. Фу. Ребят, ну нифига себе, там уже можно заканчивать. Да, на этом мы уже заканчиваем. Не словили мы ни Кёгра, ни Лугию. Паскуда они, да, ребят, я с вами согласен.
Согласен, кто так думает. Но все же, зато мы нашли морскую шмаль и немного побыли на водной охоте. Да ты твою нафиг, а? Ладно, опа, опа, опа. И сейчас, как назло, смотрите, заспавнится Райкоу, то есть... То есть, затроллит, да? Кёгра нет, Лугио нет, но зато еще Райкоу... А, нам еще люди в музее добавили. Ребят, вам это нафиг нужно? Ну, как, какие люди в музее? Ну, зачем это вам? Ну, согласитесь. Чё-то мы так много вот этого добыли, что прям глаза двоятся, как много мы добыли красителей. Но все же, если это куда-то... Если это вот такой... Ну, в принципе, потом и так нужно будет сделать. Ну что, ребят, потопали еще быстренько в музей. Я добавлю еще там парочку людей. Так. Так, местечечко на нашем Чармельоне. Да иди ты сюда. Освободилось, потому что я случайно двух людей добавил. Ну, в смысле, одного и того же человека добавил на двух покемонов. Но все же, на Чармельон нас попал Абралня. Я не знаю, правильно написано, нет. Но раз оно так написано, значит, у него такой ник был. Давайте дальше потопаем. Так, кто у нас дальше там идет по счету? Нужно всех посмотреть. В принципе, есть уже новые покемоны, которых мы можем добавить в музей, но сейчас не будем, потому что еще много свободных у нас есть. Сюда мы добавляем Нахончкрова Мистер Геймер Саня. Так записано, я так добавляю. Сюда мы добавляем Наснайви Мухаммед Алиев. Все, там еще, в принципе, у меня в этом... Как его? В блокноте есть еще много людей записанных, то есть я уже много людей новых добавил в блокнот, да, но, то есть, о, вот, пока я тебя вижу, чтобы потом не забыть. То есть много новых людей уже у меня записаны в блокноте, но все же я пока всех добавлять подряд не буду, то есть, знаете, тоже нужно... Растянуть это, чтобы не сразу всех добавлять. Кого я там еще хотел исправить? Ты, я надеюсь, ты где-то на этом этаже есть. Вот. Так, поменял. Удаляем. Замечательно. Ребяточки. На этом мы заканчиваем эту серию. Я надеюсь, эта серия вам понравилась. Ставьте лайк, если вы хотите больше серии Пиксельмона. Всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.